Просыпается российский футбол, и это Мелбет, первая лига, 21-й тур. Тульский «Арсенал» принимает новороссийский «Черноморец». Не самая, наверное, картинка, узнаваемая для болельщиков из Тулы. «Арсенал» принимает своего соперника в Москве на Сапсан-арене. Вот какое время, да? Завершить серию матча против лидера. Все, начали. Сергей Ткачев в центре поля разыграл. 21-й тур Мелбет первой лиги. «Арсенал» «Черноморец». Попов играет правее. Коротков, подача и удар. Удар Бахара. И прямо в руки. Смотрим уже решающую фазу этой атаки. Подача, и Бахар отклеился от защитника. Не успел за ним. Уважаемые зрители, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Вот после этого удар Ткачева. У него прекрасный удар с левой ноги. Фролкин надежен. Еще раз смотрим, как Фролкин отбивается. Да, 7 новичков на скамейке. Интересные такие футболисты после этого момента. Нет ли офсайда? Бахар! Бахар не забил! Каким образом он не забил? Как спас Фролкин? Вот это меня больше интересует. Да, мы говорили, что это не Фролкин. Вот коллеги, да, наши пользуются такой фразой Фролкинга. И действительно, сегодня он спас в этом эпизоде свою команду. Бахар уже видел мяч. Временно в меньшинстве «Арсенал». Подача Макарова. Хороший удар по воротам. И снова Фролкин. Мяч вылавливает после удара. В атаке. Что там на скамейках, Вадим? Левин. Красиво. Гелоян. Мягкая подача. Бахар до мяча не дотянется. А здесь Ткачев. Пытается мяч прокнуть и забивает. Сергей Ткачев. В воротах мяч. 1-0 повел «Арсенал». Из-под Воропаева мяч забит. И побежал Ткачев в своей скамейке отмечать это радостное событие. Вот так долго нам пришлось ждать первого забитого мяча. 54-я минута. «Арсенал» выходит вперед. Не самая сложная подача. И Воропаев не разобрался. Вот не прочувствовал, что делать с мячом. А Сергей Ткачев набросился коршуном на этот мяч и вколотил его со скоком от газона ворота. Сергей вот Ткачев. Вышел Воропаев, да, на замену и допустил ошибку. Ну вот получается, что так, Вадим. Получается, что так. Пока угловой разыграли, Левин. Ткачев в штрафной площади. Прошла передача и еще удар. Батака 2-0. Что происходит? Что происходит? Батака забивает второй мяч «Арсенала» в этом матче. И вот сейчас руками разводит Данил Фролкин, мол, как? А вот сейчас мы увидим, как именно. Прострел. Да, и абсолютно один. Батака тут еще Большаков боролся, вот не разглядел я с кем именно. Но какое это имеет значение. Единоборство, Батака совершенно один, и вот уже 2-0. Подача этот раз на дальнюю штангу, и удар случился, и все. И все, в этом матче Юрий Карпов дает финальный свисток. «Арсенал» побеждает «Черноморец» со счетом 2-0 в рамках 21-го тура Мелбет первой лиги.